В Иркутске задержали серийного грабителя. Чтобы жертвы не оказывали сопротивления, мужчина бил их электрошокером. Полицейские знают как минимум о трех пострадавших, но предполагают, что жертв было куда больше. Грабил злоумышленник исключительно женщин. Он выслеживал их на улицах Иркутска и нападал в темное время суток. Полицейским удалось задержать грабителя. Им оказался 46-летний мужчина. Ранее он уже был судим за мошенничество, кражи и угоны. Теперь ему грозит до 7 лет тюрьмы.